Следующий проект Financial Surfing. Это видео из серии видеоуроков, как заработать в интернете без вложений. Есть множество проектов, которые не требуют вложений, но не во всех у них доступен вывод средств заработанных. Итак, проверяем следующий проект Financial Surfing. Зарегистрироваться здесь очень просто. Выбираем господин, госпожа, имя, фамилия, свой email, пароль. Повторите пароль, подтвердить. И дальше заходим в кабинет. Личный кабинет. Возможно, понадобится на почте подтверждение, я не помню. Значит, заходим в свой кабинет. Войти. И что же здесь нужно сделать? Здесь у нас есть 5 сайтов. 1, 2, 3, 4, 5. Которых надо в каждый зайти и сделать определенные действия. Первый я уже сделала. Сейчас я покажу, как же я делаю. Это все за пару минут буквально. Это очень быстро. Чего сложного? Значит, здесь вывод от $100. Вот за 2 дня у меня $36 на счету. Поэтому я думаю, что вывод я проверю очень быстро. Значит, что же нужно сделать? Нужно нажать кнопочку «Начать». И на каждой площадке, на которую я перешла, мы делаем все то же самое. Начать, начать, начать. Это будет 5 сайтов, вот они грузятся, прогружаются, видите, все 5 я одновременно открыла. Можно по одному это делать, можно сразу все. Нажимаем «Далее». И вот сформировался такой код, который нужно вставить вот сюда. И нажать «Подтвердить». Следующий. Далее. Копируем, вставляем. И последнее. Как видите, это времени занимает совсем немножко. Но опять-таки повторюсь. Вывод еще я отсюда не делала. Подтвердить. Все, вернуться к списку доступных площадок. В чем тут прикол, за счет чего платятся деньги, я еще не разбирала. Вот вчера мне скинули ссылку. Я вчера, вернее, позавчера, вчера и сегодня, вот я проделала такую работу. К концу дня начисляются бонусы. Вот за вчера $17, за позавчера, наверное, там столько же. Ну, в общем, и за рефералов здесь платится, вообще-то за одного реферала, вот у меня один человек зарегистрирован подо мной, платится $2, у меня уже $4, видимо, этот человек тоже кого-то зарегистрировал. И либо это с его дохода уже мне капнуло $2, не знаю. Вот, ну, во всяком случае, сегодня к вечеру у меня будет еще плюс 17, я так понимаю. И через пару дней я запишу видео о выводе денег, выводится или не выводится. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. В следующем видео я покажу, как работает еще один бесплатный сайт. Тоже мне его скинули на днях. Будем проверять. Всем спасибо за внимание, всем пока.